Зеленый свет малому и среднему бизнесу. Во Владимирской области стартовал федеральный проект «Предпринимательская среда». Вместе с 33-м регионом в программе участвуют Свердловская и Волгоградская области. Предпринимательская среда – это не просто создание благоприятного климата для бизнеса. По сути, это новые возможности для тех, кто стремится развивать свое дело. Проект, прежде всего, направлен на то, чтобы давать оценку эффективности расходованию средств региональных бюджетов на поддержку малого и среднего бизнеса, координировать эту работу. Будет вводиться институт наставничества для молодых предпринимателей. Есть цель поставить долю малого и среднего бизнеса в России, увеличить до 45-50% национального продукта. И повысить занятость в этом сегменте до 35-40 миллионов человек. Звучали цифры на госсовете, что они именно должны стать критериями оценки эффективности работы правительства России и глав регионов. В России около 5 миллионов предпринимателей. Каждый четвертый россиянин так или иначе занят в малом или среднем бизнесе. Оборот этих предприятий во Владимирской области в 2015 году вырос на 12%. Для их развития было выделено более 120 миллионов рублей из федерального бюджета и еще 20 миллионов из областного. Среди приоритетных механизмов поддержки – прямое субсидирование бизнес-проектов. Предоставляются гранты и субсидии на модернизацию и лизинг. В Коврове успешно функционирует бизнес-инкубатор, а во Владимире Центр поддержки предпринимательства. Мы хотим, чтобы сторонники и те привлеченные эксперты, которых мы будем приглашать, или те, которые проявят свое желание, включились в институт общественного контроля реализуемых программ, чтобы это стало более открытое, чтобы это решение и данные по тем или иным программам, реализуемым внутри субъекта, были понятны, и почему выделяются деньги тем или иным субъектам предпринимательства, было тоже